Университетская клиника Казанского федерального университета является одним из передовых лечебно-диагностических комплексов Республики Татарстан, оказывающих все виды медицинской помощи. Медицинское обследование здесь проходят и именитые хоккеисты, в их числе и игроки хоккейного клуба «Акбарс». Университетская клиника обладает полным спектром возможностей, то есть все специалисты, все оборудование нужное есть, плюс удобная транспортная доступность для нас. Рядом с базой находится клиника, вот, поэтому мы решили здесь проходить. Врачи университетской клиники Казанского федерального университета провели качественное медицинское обследование игроков, и, что немаловажно, в кратчайшие сроки. Отлично, все на очень высоком уровне, все организовано очень хорошо. Лилия Талипова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.